Всем салют, всем привет! С вами Андрей Доцент, и это Чужие против Хищника 2. Древняя охота. Мы продолжаем кампанию за Дуню. И о, как интересно. Тут какой-то... Ух, нихрена себе! Тут какой-то монстр. Местная фауна. Мать его. Все. Завалили. Ты кто такой вообще, а? Ужас, а вы гляньте на него. Добраться до точки эвакуации. В общем, нам нужно добраться. Там нас встретит отряд, а у нас при себе находится один какой-то артефакт внеземного происхождения. Ну, судя по тому, что я сейчас увидел, сдается мне, это будет не так-то просто. Вот слышите дыхание? Это значит, этот монстр где-то рядом. О! Бах! Раз, два, три. Готов. Дать хоть морду разглядеть, что ли? Нет. Какой-то ящер. Похож на каких-то ящеров. Так. Ёлки-палки. Яйца! Чужие! Сдохни! Ну, планетка! Бляха! А, так. Да чтоб тебя. Это что еще за хрень? Однакось. Вот такие дела. Надо добраться. Как-то поаккуратному только. Какие-то монстры повсюду. Так, ну чем будем использовать-то? Миниган? Нет, давайте два пистолета. Отлично, у нас пробивные патроны стоят. Усиленные. Думаю, с ними должно все пойти получше. Так. Сохранимся. Ну, погнали. Есть. Есть. Так, там кто-то двигается. Там кто-то двигается, но мне, честно говоря, плевать. Мне надо двигаться вперед. Со спины? Или спереди? Откуда? Так. Что за... Блядь! Сдохни. Ага. Все. Червяки какие-то вылезают. О! Ё-моё! Как вы все кучно-то повалили. Пошли. Так. Допустим, что-то множественные цели повсюду у меня на радаре. Может, это червяки эти подземные? Прям как в фильме «Дрожь земли». Так. Все, мы переключились уже на второй комплект патронов. О. Что-то вас больно до хрена тут. Да. Съели. Тогда используем... Ну чё, гранатомет что ли? Я не знаю. Ой-ой-ой. Есть. Три. Все. Кажись, нормалек. Есть. Да переключайся же ты уже на что-нибудь. Сдохните вы, в конце концов. Все. Так, стойте, ну-ка еще раз подберем. Аптека. Броня. Ну, более-менее. Так, что мы взяли-то хоть? О, винтовочка импульсная. Как я по ней скучал. Вот это другое дело. Сейчас должно вообще пойти все как по маслу. Это вещь универсальная. Практически безотказная, я бы сказал. Так. Только урон, конечно, у нее так себе. Но всяко лучше, чем с пистолетами бегать. Так, смотрите. Там у нас что-то вдалеке есть. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Ага, хрен с два я смогу посмотреть. Чё, спуститься тогда, глянуть так? Там, кажется, боеприпасы. Мне нужны эти боеприпасы, давайте их соберем. Почему бы и нет? Ну-ка, только мне вот эта вот вода что-то несколько напрягает. Там, кажется, что-то реально дельное.
Так. Пока все тихо. О! Нормально. Вообще здорово. Ну а тут поломан тарантас. Смарт-пули. О, 600 штук. Давайте с этой штукой будем бегать. Я думаю, лучше с ней. Так, ну а теперь идем обратно. О, 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 ползут. Готово. Еще. Давай ты. Ёлки-палки, сколько ж вас тут. Так. Ты что, тебя? Все? Убрали, кажется. Дюх! Тихо. Какие-то. Какие-то твари. Мать твою. Разгоняй ствол. Бляха-муха, они упали куда-то. Да сдохни ты. Гранатомет хватай. Ой-ой-ой. Все. Все, замочили. Да их тут целая куча. Тут как-то, я не знаю, надо по-особенному. Куда у меня сейф откатился? Вон аж сюда. Погнали. Огнемет. Жги. Жги, сказал. Будем гранатометом пытаться... Ой, фу, огнеметом пытаться все сделать. Так, они нападают. Ага. Стоять, стоять, сказал. Стоять, стоять. Так, ой-ой-ой. Куда двигаем? Слушайте, огнемет, по-моему... Ты что, тебя? Еще. Так, сохранились. Двигаем, двигаем, двигаем. Надеемся, что все обойдется. Сдохните, сдохните. Все. Сохранимся. Да, со здоровьем, конечно, у нас дела не очень хорошо обстоят. Ну что делать? Значит, активнее используем оружие. Ёлки-палки, вас тут как тараканов. Так. Сгорите все. Сгорите, я сказал. Все. Ёлки, множественные цели. Вот это вот вообще не есть хорошо. Где вы? Ой-ой-ой. Замочили нафиг. Замочили. Давай, ждем. Давай, 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 давай. Ух, их сколько там! Мать твою! Так. Все. В меня прям буквально осталось только. Ёй! Прям на них свалился. Эти множественные цели, это значит, все по мою душу. Все ясно. Ждем, 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 ждем. Да не, это что-то вообще, короче, как-то. Как-то это все. Давай. Давай, понеслась! Мать их, где была? Не-а. Это тоже не пойдет. Вообще не пойдет. Охренеть не встать. Куда я приземлился, ёлки-палки? Да они со всех сторон обкладывают, тут вообще не знаешь, что делать. Где бы припасы взять? Что-нибудь есть из вооружения? Ёлки-палки, это вообще не вариант. Так, может быть как-то...
Есть идея. Ах ты, скотина! Нет. Короче, хватаем наш автомат. И стараемся сдерживать этих ребят на подходе. Ой, ну хотя бы вас скучно приложил. Так. Что-то я немного не в ту сторону попер. Кажется, да? Кажется, вообще не в ту сторону. Ну что делать? Что-то я их не вижу. То рассредоточиться, то куда-то денутся. Так, ну сейчас они попрут. Я так полагаю. А может и нет. Ловите. Не. Пофиг. Тогда надо просто валить. Есть. Да сдохните вы, да сдохните вы, да сдохните вы, да сдохните вы. Йой-йой-йой-йой-йой-йой. Нет. Это что-то вообще, короче, жесткач какой-то дикий просто. Надо огнеметом орудовать. Иначе не вытянем. Ой, сколько вас тут? Вообще, короче, это просто, я не знаю, вы посмотрите, сколько их там. Смотрите, доедают, доедают. Да. Может быть, просто попробовать пробежать и забить на них? А давайте так и сделаем. Ну, мне кажется, нас догонят. Чужие гораздо быстрее, чем мы. Да сдохни ты! Кстати. Кстати, кстати, кстати. Хватает, блядь, гранатомет. Так. Сам нарвался на него. Да что ж такое? Что ж делать-то? Смартган. Смартган. Сдохните вы, сдохните вы! Сохранились? Ой-ой-ой! Понеслась! Да ёб твою налево! Так, стойте. Кто у меня там? Так. Да что ж такое, ни хрена не видишь, что сзади. Но уже замочили, вообще ништяк. Фу, тут добраться бы. Все. Хватай, 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 хватай. Да хватай ты его! Бляха ты, муха. Так. Давай. Раз. Угу. Понятно. Эта хренотень работает на движение. Нет. Так. Ой. Тихо. Тихо, 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 тихо. Ставим. Ставим. Все. Пошли нафиг от меня! Ой-ой! Ёлки-палки. Так. Ставим. И двигаем, двигаем. Сваливаем отсюда. Так. Тут самое главное сейчас. Вот это не есть хорошо! Вот это не есть хорошо! Так. Всё. Почему на него не сработало, хрен его поймешь. Это вот мне вообще не понять. Так. Да ёлки-палки, вы чё? Чё ж вы так? Ну ладно. Тихо. Давай.
Еще раз. Еще раз. Все. Давай, давай. Жги. Жги его. Черт, на свою мину нарвался. Блин, ребята так рядом уже. Давай, перезаряжай. Раз, два, три. Так, раз, два, три. Еще раз. Отлично. Так. Да сдохни ты, мать твою. О, только вот этого не хватало. Да чтоб тебя. Так. Дубль 2. Так, надо задницу прикрыть. Твою мать, этот пидорас вылез. Так, ну может быть, хотя бы как-то, я не знаю, так. Даже так бывает. Ладно. Так, допустим. Сдохни. Сдохни. Есть. Так. Сдохни ты. Ты чтоб тебя, его бляха-муха хрена с два, чем тут разнесешь. Так, есть идея. Минируем. Минируем и начинаем. Супер уничтожение. Так. Сдохни. Сдохни. Так. Да чтоб тебя. Да чтоб тебя. Куда бежать-то? Так. Сохранимся. Сохранились. Быстрее давай. Быстрее давай. Наши. Наши. Неужели у нас получилось? Так. Все. Слава богу. Вырвались. Майор? I'll drive. Я поведу. Да. А их оставила. Артефакт у меня, генерал. Отличная работа, Даня. Иван будет ждать, когда ты прибудешь в отсек 5. Он будет работать оттуда. Как скажете, сэр. Сэр? Да, майор. Участок Зета, как вы и подозревали, это не полностью технологии пилотов. Кто-то или еще что-то было здесь до нас. Да, завтра я буду ждать полного отчета. Не пропустите ни одной подробности. Да, сэр, генерал. Так ты сэр или генерал? Ё-моё. Еле-еле прорвались, охренеть, а? И как грязи там. Пролом. Так, я знаю это место. Тут эти поды висят, челноки. Пол кратера под отсеком 5. Нет, я, наверное, ошибаюсь. Проклятие, ненавижу возиться с лифтом. Да и я тоже. Эй, не против, если я закурю? Можешь делать, что хочешь, Джерри. Просто убедись, что делаешь это там, где я смогу унюхать. Ну да, ну да, ну ладно. Я вернусь через минутку. Эй, Джерри. Да? Будь осторожней. Эти штуки убьют тебя. Ёлки! Ни хрена себе его предал. Не курить. Да. Пошел перекурить. Что у нас здесь? Артефакт, я так полагаю, да, спрятан? Доставили его все-таки. Молодцы. И... Хватит ящик показывать. Покажи, что внутри там. Да, там артефакт расположен. Ой, он что, заработал, что ли? Что-то поле какое-то появилось. Ух ты! Разлетелся. Так. Может быть, это просто была комната, которой они боялись. Ты понимаешь, что говоришь? Они ничего не боятся. Нет. Обычно нет. Что случилось?
Даня, у нас прорыв водовода. Чужие проникли в отсек 5, и охраны там нет отсека, сэр. Сэр, вы не думаете, что нужно что-нибудь сделать с артефактом? Я еще не знаю, но я хочу, чтобы ты пошла на склад и забрала артефакт. Он должен быть вынесен из отсека 5 и защищен. Дмитрий там? Дмитрий, я хочу, чтобы ты встретил Чекова у водовода на изгибе. Даня, свяжись со мной, когда артефакт будет у тебя. Да, сэр, генерал. До следующего раза. До следующего раза, любимый. Так, уже с ножом. Проследовать складовскую зону и вернуть артефакт. Так, что у нас тут есть? Это что такое? Ночное видение. Нормально, автомат. Пистолет, патроны. Это что еще лучше? Вот, два пистолета. В унитазе не спрятан ствол? Нет. Так, что мы имеем? Два пистолета и автомат. Так, сохранимся. И фонарик, нормально. Куда идти-то? Вау! Вот так уже вот. Понятно. Сюда хоть идем. Ёлки-палки. Все. Так, открыть. Ёлки-палки, съели! Съели! Сдохните. Все. Так, взяли пистолетные пули. Нафиг они не нужны. Заряды лазерной винтовки. Вот это другое дело. Угу, сюда. Смотрите, смотрите, бежим, бежим, бежим. Где все? Опа-на. Хищник. General. Генерал. Продолжай, Даня. Артефакт, его нет, сэр. Нет, что ты говоришь, Даня? Кто-то забрал его? Его кто-то забрал, не чужие, сэр. Что-то, что я никогда раньше не видел. Оно стояло вон там, а потом просто исчезло. Казалось, что воздух колебался там, где оно стояло. Уходи оттуда немедленно, Даня. Но, генерал, оно не могло нести артефакт слишком далеко. Я могу пойти за ним по датчику движения. Нет, артефакт сейчас не важен. Что случилось? Даня, люди Эйзенберга взорвали проходы в отсеке 2 и 4. Спускайся к грузовому лифту, это приказ. Мы эвакуируем отсек. Так, надо сваливать отсюда. О, броня. Неплохо. Так, последовать грузовому... Ёлки! Отсек и помочь с эвакуацией. Ща поможем, так... Ой-ой! Чё ж датчик-то не сработал? Так. Всё. Ух ты! Всё. Как бы мне подняться теперь? А, лестница, вот. Всё, поднимаемся. Сюда. Ненавижу шахты. Опасно это дело по шахтам лазить, когда чужие рядом. Так. Ага. Ты сдохнешь ты или нет? Чё-то как будто я в невидимую преграду попал. Так, двигаем. Чё так медленно идём-то? Пам-пам-пам-пам. Может, из-за того, что ствол в руках. Так, давайте закроем, чтобы за нами хвоста не было. Ой! Поцелуй ножик. Нет, ни хрена. Ну ладно. Так, закрыть. Идем дальше. Тут никого. Что здесь? Тут тоже закрыть это дело. Спускаемся. Хвост нам не нужен. Так, спускаемся, спускаемся. Какая-то яма бездонная. Неохота мне, если честно, туда попасть. Так, что у нас тут? Чёрт! Сдохни.
Есть. Все. Так, сюда. Закрыто, елки-палки. Ну как так-то, а? Что ж делать-то теперь? А, вот. Ё-моё. Ну как так-то получилось? Стойте. Раз. И два. Ловите! Есть, 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 есть. Все. Так. Куда двигаем-то? Тут закрыто. Где? Ой-ой-ой! Тихо, пустите, пустите! Черт, меня оглушили. Нет, так дело не пойдет. Надо загрузиться и сразу сейчас стрелять, походу. Так. Есть, есть. Есть, 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 есть. Неудачно сохранился, ну, бывает. Что ж теперь? Так, а мы продолжаем свой путь. Ёлки. Да пошли вы нафиг. Короче, тут надо дробовик, походу, использовать. Чё-то... Автомат, конечно, хорош, но тут закрытое пространство. Думаю, дробовик будет самое то. И чё, и куда теперь? Тут закрыто. А, у нас же фонарик есть, ёлки-палки. Е. Раз. Да пошла ты, тварь. О, открылась. А здесь что тогда? Так, заряды. Это очень круто. Да что у тебя? Бля. Ёй. Смотрите, стой, атакуют уже. Совсем охренели. Да ёб твою налево. Ой, ух ты. Ёй-ёй-ёй. Стойте, автомат, зубы. Вас что-то больно дохренище, ребят. Что-то вас тут больно много. Так тебе. На, всех взорвали. И себя включительно. У нас есть что-нибудь полезное? Так. Так тебе. Да ты чё? Так. Со всех сторон зажали. Со всех сторон. Вот не везет, так как. Так. Автомат перезарядили. И налево теперь. Все. Да сдохните. Сдохните вы. Смотрите, я уже их и гранаты, и всех. Всем что только можно хреначу. А им пофиг. Ползет. Тварь. Вот куда теперь? О, пулеметы. Так. Нет, тут надо по-иному как-то действовать. Тут надо как-то поумнее. Кстати, пулемет можно взять. Пулемет можно взять. Я не пойму, что надо сделать, чтобы граната вас убивала. Так. Ну и в чем дело? Так. Нет, странно. Не могу я взять. А может как-то управление надо посмотреть? Что надо здесь делать-то хоть? Ну-ка, давайте-ка управление глянем. Опции. Так, управление общее совместно у нас. Подобрать и развернуть караульную пушку. Ну, давайте пусть будет вот... Это у нас прыгнуться. Ладно, уберем. О, отлично. Есть эффект. Сдохни. Так, караульная пушка. Хоть это радует. У нас хотя бы это есть. Ой. Так. Сдохни. Твою налево. Может, пулемет поставим? Пусть он здесь немножечко наведет шороху. Мы со всех сторон вас обстреляем. Так.
Пулемет молодец. Красавец просто. Чё у него там, боезапас? Нормально. Так, с пулеметом у нас появляется тактическое преимущество над врагами. Теперь нам надо как-то спуститься и посмотреть, что будет дальше. Ну ладно, друзья, думаю, давайте здесь мы на этом закончим. И продолжим, как обычно, все в следующих сериях. Я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, если вы все еще не подписаны. Если вам понравилось прохождение, то можете поставить пальчик вверх. Обязательно комментируйте, а также заходите в группу ВКонтакте. Ссылочка снизу в описании под видео. Все, друзья, всем пока.